Сегодня на этой детской площадке на улице Авиационная в Адлере играют дети. А еще совсем недавно это была заброшенная стоянка для машин, заросшая травой. На площадку завезли щебенку, установили ограждение, покрасили горки и качели, установили деревянный домик. Все это было сделано силами депутата городского собрания Сочи Анжелы Селюковой. В новом избирательном году опять начались трудовые будни депутатов. И, естественно, поступают наказы от жителей города. Вот очередную, облагораживаем очередную площадку для детей. Детская площадка на Авиационной была просто необходима, говорят местные жители, и благодарят за новое место отдыха для детей. Ребята теперь и до школы, и после школы приходят, играют. И, конечно, это здорово. А то у нас тут были лужи, рытвины. Большое еще раз говорю спасибо. Надеемся, что на этом дружба не закончится. Не закончится и реконструкция площадки. Она еще будет достраиваться. Здесь появится удобное покрытие и новые аттракционы. Какие именно, решат сами дети. Что бы вы хотели, чтобы привезли из модулей? Какие качели там, какие еще у вас? Качели, как листик. Боже, это что такое? Ну, это как это, где... Заявки буду принимать тогда в форме рисунков. Давайте договоримся. Да. В форме рисунков они мне покажут, что бы они хотели, чтобы еще на детской площадке было. Да. Все, договорились. К концу недели следующей я заеду к вам. На новой детской площадке будут играть и дети из семьи Примаковых. Анжела Селюкова отправилась к ним в гости. Конечно, не с пустыми руками, с подарками в честь Дня матери. Хозяйка дома Екатерина накрывает на стол. За чашкой чая собирается вся семья. Муж и четверо детей. И еще друзья-соседи. Хочу поздравить вас еще раз с этим замечательным праздником. Вообще с праздником, знаете, добра, тепла. И хочу сказать, что все ваши мечты пусть сбываются, ваши дети пусть радуют вас, ваш дом будет полной чашей. Вы единственный депутат, вы колоссальная женщина, которая на нас обратила внимание и нашим деткам доставила уйму радости и удовольствия. Такая помощь и внимание со стороны местных властей просто неоценимы, отмечают Примаковы. Для них, как для многодетной семьи, приятна любая помощь и поддержка. Для дорогих гостей, говорит хозяйка, двери ее дома всегда открыты. Депутат городского собрания пообещала, за чашкой чая они встретятся еще не раз. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.